Друзья, здравствуйте! Сегодня поговорим о городах, о том, какие у нас были города и вообще по конфигурации, какие должны быть города. Ну, вы знаете, что я веду курс «Древнеправославное строительство», и уже много учеников прошли курс и знают эту информацию, но в любом случае, раз у вас был вопрос, я решила в открытый доступ записать данное видео. У нас всегда города строились около места силы. А что такое место силы? Это может быть намоленное место религиозное, например. Это может быть священный лес, священная роща. Я руководитель проекта «Священная роща». На 7,5 гектаров в Ярославской области распростерлась священная роща. Естественно, они строились, эти рощи священные, не просто так. То есть, почему она, собственно, священная? Потому что она строилась по геометрии, то есть, включая в себя углы богов. Угол – это атрибут божественности. Так вот, когда мы смотрим на геометрию священной рощи и вообще на то, как она устроена, то мы видим, что в центре у нас куд находится. Это древнеправославное строение религиозного плана. Фаллической формы, высокая, красивая. Вокруг куда распростирается, обычно располагается священная роща. Причем стандартно, но обычно, да, у нас 24 лепесточка, внутри которых у нас углы богов в виде посаженных деревьев. А вот вокруг священной рощи у нас рык или ров, то есть это обводной канал такой специальный, который прямо вокруг священной рощи, и за границами, получается, этого рыка, рва, у нас город. Вот для того, чтобы геометрически это все представить, давайте посмотрим аналогию, которая есть в природе. Я все время говорю, что у нас, что внутри, то и снаружи, естественно, мы все по образу и подобию делаем в пространстве. Мы делаем все так, чтобы синхронизироваться с большими, с глобальными мощными силами в природе. И природа нам всегда подсказывает, какая геометрия наиболее жизнеспособная, живоносная и энергосберегающая, будем так говорить. Так вот, когда мы посмотрим на паучка, как он плетет свою паутинку. Мы видим, что есть центр, есть круги концентрические и есть промежуточные, да, радиусы, которые всю эту конструкцию держат. Так вот, представьте себе, что священная роща, вернее так, куд – это самый центр нашей паутинки. Потом вокруг куда первое колечко, первая окружность, которая там есть, это схематически можно так отобразить священную рощу. Следующий кружочек из паутинки – это у нас ров, обводной канал. И потом следующие вот эти вот кольцевые структуры, то есть следующие кружочки – это улицы. Улицы. Соответственно, радиусы, которые идут, это, соответственно, либо аллеи, которые есть в лепесточках священной рощи, и за границами рва они продолжаются как некий элемент пересечения, то есть как будто бы это перекресточки. Вот представьте себе кольцевые улицы, и, соответственно, идут вот эти радиусы, которые помогают попасть человеку с одной улицы на другую. То есть вот эта кольцевая структура, она создает мощный резонанс в пространстве с крупными сферическими объектами, например, такими как Земля, потому что все шары и все сферические объекты или плоскостные структуры, то есть имеется в виду окружности, они все так или иначе друг с другом синхронизируются, особенно если у них есть что-то общее, ну, например, размеры, ну, n-кратные друг другу. То есть получается, что мы строили так, чтобы не просто вот улицы, да, которые есть, были, а именно для того, чтобы люди, которые живут на этих улицах, они брали огромное количество потенциала. То есть вот этот потенциал, он почему шел? Потому что шла синхронизация небольшого маленького объекта с крупным. Ну то есть у нас сферические объекты и плоскостные геометрические, они так или иначе все равно связаны. Потому что если мы посмотрим сечение,
Это будет окружность. То есть мы синхронизируемся с крупными объектами, и, соответственно, по принципу сообщающихся сосудов, в математике, физике он написан, мы начинаем брать этот потенциал. Вот так. То есть природа, она всегда подсказывает, как лучше. Так вот, давайте же посмотрим, да, что у нас есть сейчас. Во-первых, у нас есть сейчас такое строение городов, когда все параллельно, перпендикулярно. Да, ну вот так вот. То есть это не наша культура, нам ее навязали. У нас такой культуры не было. То есть вот эта вот теория взрывов, кто знает, да, тот знает, что такое корень из двух на два и как он работает. Но не будем касаться этого. Дело в том, что люди не понимают, откуда идет материализация плохие мысли. Плохие мысли нам сейчас СМИ очень хорошо подсказывает. То есть помогает нам резонировать и самим источать отрицательные потенциалы. А вот материализуем их мы, потому что те города, которые есть у нас сейчас, они все, у нас, все выстраиваются по прямоугольникам и квадратам. То есть мы знаем, что четверка и вообще 1/4, вспоминаем физики, но не буду сейчас глубоко даваться, квадрат – это условие материализации, число 4. Так вот, получается, что мы материализуем плохие мысли, а если бы мы думали о хорошем? Понимаете? Но чем интересна окружность либо сфера? То, что в нее можно вписать любую фигуру. То есть любые мысли, любые чувства, идеи, которые мы хотим, чтобы они свершились, то есть чтобы они проявились и материализовались, то сфера и окружность – это еще более интересный объект. Ну хорошо, а теперь посмотрим. Ну то есть это, во-первых, давайте все-таки лаконично закончим эту мысль, что то, что есть у нас сейчас, это, ну так скажем, навязанная нам культура. То есть это римский тип строения. Ну, почему я говорю римский? Потому что говорили, Москва третий Рим, и четвертого не будет. Понимаете, откуда это? То есть мы, в принципе, можем заключить, что мы захвачены, и все, что у нас есть практик теории, это все у нас не наше. Это привнесенные как бы архитектурные решения. И вообще, если мы посмотрим на все стили архитектурные, которые здесь есть, это стили захватчика. В нашей культуре сейчас нет. Ну, от слова совсем. Потому что как бы они красиво не смотрелись, например, да, Ренессанс или, например, готический стиль, да, красиво, но это не наша культура. Потому что каждый раз, когда нам на планету прилетали захватчики, они здесь строили по образу и подобию своей культуры. Наших строений не осталось на планете совсем. Но вернемся к городам. Значит, если мы посмотрим на Москву, видели карту окружности? А на самом деле слово Москва, оно изурочное. Мозгва, да, ова. Но ова — это яйцо, овуляция, да, вот это проявление зарождения чего-то. И мозг. То есть Москва даже не по месту положения, а по статусу всегда несла на себе функцию управления некоторой территорией. Понимаете? Вот в чем интерес всего этого момента. И если вы посмотрите на другие старые города, то вы увидите, что там тоже сохранилось не везде и не полностью, но вот эти вот концентрические круги. Поэтому вы сами можете определить, насколько древний у вас город. Это то, что касается самой формы городов. У нас были каменные строения, но все делалось из камня. Я, конечно, апеллирую к таким источникам, которые вызывают только улыбку. Посмотрите на наши сказки. Там вот пишется «Хрустальный дворец», там «Изумрудный», там всякое разное, дворцы, да, еще там что-нибудь. Откуда это в сказках? Мы знаем, что сказы, да, это передача событийности того времени. Сейчас это называется сказка, ну, то есть уменьшительно-ласкательно, дабы мы не помнили, что это высокое направление, вернее, высокое явление по частоте и по смыслу. Ну, как называем, так и называем. Но сказы всегда, они несли некую истину о том, что было раньше. Так вот, у нас, естественно, много было стилей, которые пересекались от кона в кон. Потому что кон – это
временной промежуток, который поддерживается богами и несет процессуальную цель. Например, цель первого кона – бессмертие. Понимаете, она процессуальная, ты не знаешь, бессмертен ты или нет. Соответственно, под эти цели процессуальные на территории Земли мы все земляне. Это нам сейчас государство, там национальности, фамилии, которые только в 19 веке появились. Нам рассказывают, что они бог знает, когда появились. Вот. Значит, все эти моменты, они указаны в сказках, то есть они есть. И если мы посмотрим вот про хрустальные дворцы, мы управляли рельефом. То есть мы создавали таким образом рельеф, что по технологическому своему совершенству и умению управлять им, мы могли из-под земли выращивать стены будущего строения. Понимаете? Вот как интересно, выражение «из-под земли появиться» осталось, а что появиться не осталось. Так вот, получается, что, во-первых, когда мы строили это все, у нас были именно кристаллические красивые дворцы, дома. Но то, что нам рассказывают, например, условно, пятистенки. Да, пятистенок – это не вот это, когда у нас прямоугольное квадратное строение, внутри стена для того, чтобы печку пристроить. Нет, пятистенок – это реально пятигранник. Вот правильно, если сформулировать. Это пятигранник, соответственно, с определенной крышей, потому что крыша тоже имела особое значение. Так вот, сейчас у нас культуры такой не осталось. А почему, собственно, пятигранник? Потому что 5 – число жизненности. Человек, живя в таком пространстве, он набирался жизненности. А жизненность – это предтеча бессмертия. Понимаете, если у вас жизненность – это абсолютная регенерация, это восстановление, это умение содержать свою биологию в абсолютном идеальном состоянии. То есть это некий энергетический кокон идеальный, который помогает сформировать человеческое тело из среды, потому что именно среда передает, да, говорят, что РНК передает ДНК какую-то там информацию, но откуда все берется? Из среды. То есть информация берется из среды. Если информационная среда, которая энергетическая, сейчас говорят, высокочастотная, то есть имеет определенную симметрию, то и человек будет в ней себя чувствовать гармонично. Ну хорошо, то есть вернемся к городам. То есть у нас действительно были строения, которые сделаны из камня. Только не вот так вот, что камушек на камушек положили, цементом аккуратнее, бетончиком все замостили, чтобы кирпичики слиплись, и все. Нет, у нас действительно выращивалось все из-под земли. И когда мне говорят, вот у нас старые дома, там 200 лет, и там, например, есть такие шаровые структуры, которые участвовали в закладке любого жилища. Вот мне говорят, а где вы, а покажите. Ну, хорошо. Хорошо, будем искать, потому что я тоже в поиске. И если дому там 200-300 лет, это еще не показатель, что он древний, потому что мы из дерева строим последние только несколько столетий. Мы никогда не использовали, не убивали дерево для того, чтобы что-то построить. Ну вот так. В нашей культуре не было такого потребительства, как есть сейчас. Мы все делали своими собственными ручками, и это становилось нормой нашей реальности землян. Ну вот так. Я вас благодарю, что задаете такие хорошие вопросы. Пусть у вас все ладится и получается. Всего доброго. До свидания.